Первым комиссия рассмотрела вопрос об исполнении бюджета муниципального образования в город Десногорск за 2018 год. По этому вопросу была организована внешняя проверка. В результате контрольно-ревизионная комиссия подготовила заключение. Контрольно-ревизионная комиссия рекомендует Десногорскому городскому совету к утверждению представленной отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год. Также на комиссии обсудили изменения в решении Десногорского городского совета о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования город Десногорск. На прошлой сессии вопрос был отложен для того, чтобы финансовый отдел подготовил необходимую для принятия решения информацию. В итоге вопрос о снижении налоговой ставки для физических лиц с 2% до 0,8% был вынесен на сессию. Обсудили депутаты положение передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования. В порядок арендной платы будут добавлены несколько пунктов. Помещение в аренду может предоставляться, в том числе и требующее капитального ремонта. Сами прекрасно знаете, в каком состоянии находится наш муниципальный жилой фонд, поэтому мы этим арендаторам предоставляем помещение, требующее значительного капитального ремонта. Следующими были вопросы о предоставлении нежилого фонда, безвозмездное пользование, об утверждении ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Десногорска. Депутаты вынесли на сессию и другие темы, среди которых благоустройство города, организация ТОСов, утверждение их границ и назначение даты собрания, организованного в Десногорске ТОСа. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.